Всем добрый день, дорогие друзья! Желаю всем хорошего дня и хорошего настроения. У нас сегодня суббота. Я детям давно обещаю пиццу сделать, но знаете, все что-то то одно, то второе, и все никак сделать не могу. Поэтому сегодня будем стряпать с вами пиццу. Я пошла в магазин, у нас колбаску папа вчера купил, а мне сейчас надо купить еще много чего для пиццы. Ну, это соленые огурчики, сыр. Там еще что-нибудь посмотрим, чтобы дети хотят разные сделать пиццы. Поэтому будем готовить. У меня еще заболела Маришка. Но это обычно бывает в многодетной семье, когда начинает болеть много детей. Ладно, идем в магазин. Что? Дорогие друзья, пришла с магазина. Сейчас разденусь, и мы с вами будем делать... Ну, закупку кое-какую небольшую сделала, поэтому будем сейчас с вами... Так, ребята... Суть забыла. Я сегодня хочу, увидела в интернете один рецепт. Мне женщина скинула рецепт кекса. Она мне в одноклассниках скинула, и я посмотрела в интернете. Мне так понравилось. Я сегодня специально для этого купила вот такой вот йогурт. Так, вот такой вот. Клубничный. Хочу попробовать испечь этот кекс. Мне он очень понравился. Он, по идее, легкий и в мультиварке готовится. Пока я буду заниматься другими делами, он будет печься. Поэтому будем сегодня... Два рецепта делать, но рецепты я буду сразу, говорю, отдельно вылаживать, потому что... Ну, посмотрим там. Видно будет. Ну, в целом, купила йогурт для кекса. Дальше. Сегодня будем стряпать пиццу. Для пиццы взяла три маленьких помидорки, вот таких вот. Ну, небольших, чисто так. Потом взяла два разных сыра. Не знаю, ребят, который будет плавиться, поэтому взяла два разных сыра. На всякий случай. Дальше купила сметану, нам для теста понадобится на пиццу. И взяла, еще привезли свежий творог, весовой, по 98 рублей за килограмм. А нет, тут 400 грамм. За 400 грамм 98 рублей. Творог хороший, вот два пакетика забрала. Будем делать или сырники, или сочные с творогом. Вот я тоже еще хочу постряпать, что-то давно их не стряпала. Дальше. Соленые огурчики для пиццы. Потом взяла овсяные хлопья сделать кашу на молоке. У меня семизлаковые. Вот они такие, две пачки. Они у нас что-то по 37 рублей, что ли. Потом булку белого взяла. А, мне кажется, я тут яички сломала. Нет, все яички целые. Десяток яичек. Два каравая. Каравай у меня дети обожают, поэтому берем каравай. И, ребята, 3 литра молока. Вот такие вот покупки. И хотела сказать, спасибо вам, что за нас голосовали. Мы заняли от приемной мамы. Света меня тут сбила просто. Я сейчас вам покажу чуть попозже, какая она. От приемной мамы мы заняли на конкурсе 2-е место. Спасибо вам большое всем. Дай Бог вам всем здоровья. Да, по этому видео уже много и комментариев плохих было, но в целом я благодарна всем за то, что вы за нас голосовали. И сегодня утром, наверное, часиков 10, я стала смотреть. Мне пришло оповещение от канала «Многодетная мама» Алена Ильиных. У нее или у Санина? Ильиных, по-моему. Короче, она мне передала эстафету. Зимнюю эстафету. Я хоть и зиму не люблю, потому что зимой дети чаще болеют, поэтому я ее не люблю. Но эстафету я принимаю, поэтому я сегодня буду снимать, и видеоролик выйдет попозже. Попробую как-то красиво его смонтировать. И у меня проблема с монтажом на компьютере. Я снимала видеоролик, пыталась монтировать. У меня кто-то удалил все файлы. Придется заново снимать и делать что-то. Так, это яички. Мама сейчас будет тесто ставить на пиццу. Да, сына? Сейчас покажу вам, какая Света. Смотрите, ребята. Маску себе делает. Ваня, помахай всем привет. Нет. А что так нет? Ваня бедный вспотел. Его пока мыть нельзя. Салфетками чисто его обтираем. Да тут делала раствор. Тепленькую водичку и лимонный уксус. Обтирала его тоже. Да, сыночка? И он у меня такой классненький, ай, сикотно, сикотно, сикотно. Светка хочет помолодеть. Она ведь старенькая, да, Света? Ну ладно, вот такая вот у нас Света.
Я сейчас буду все это разбирать, убирать по местам. Все продукты Маша уже в холодильник убирает. Вот вы... Да, убирай на стол. Сам за койку лего упасть. Сейчас по жопе получит. Так, вот это в холодильник, это для пиццы. Вот это тоже. Сейчас все уберу, начну делать тесто. Вот это Маша в холодильник, вот это вот тоже в холодильник аккуратно. Буду делать тесто и буду снимать сразу и на телефон, и на фотоаппарат. Хочу попробовать заново что-то легкое сначала смонтировать по-быстрому, а потом и сразу выпустить, чтобы на YouTube получится у меня или нет, потому что... Маша, вот это вот тоже в холодильник убирай. Ладно, ребята, сейчас попью чай, и вы далеко не убегайте же, конечно. Скоро мы к вам вернемся. Дорогие друзья, сейчас буду ставить тесто, поэтому кольца я все снимаю сразу, убираю. Убирай Ванюшку. Разогрели мы молоко, литр молока разогрели, я не знаю, видно, нет, но вот сейчас буду его выливать уже в тазик. Будем тесто делать на дрожжах. Растопили дрожжи, вот так вот. И вылаживаем наши дрожжи в молоко. Может даже промыть немножечко. Так, мне нужна для этого поварёшка. Света, мне на поварёшечку ложечку какую-то, чтобы молоко набрать. Да. Потому что тут дрожжи у меня немножко растопились. Поэтому сейчас будем их с тарелки тоже все убирать. Обычное тесто дрожжевое делаю. Будем сегодня пиццу стряпать. Мы всегда на пиццу делаем дрожжевое тоже тесто. Хотя многие делают... Иди, Света, туда с ним. Света хотела мне помогать, но, видите, Ванька не дает. Так, все, дрожжи я положила. Сейчас растворятся до конца. Обязательно руки моем, ребята. Перед тем, как делать тесто, руки моем. Света, ты у меня венчик утащила. Ложим сахар и соль. Так, как вы считаете нужным. Ну, вот я на глаз ложу всегда, поэтому... Давай, доченька, спасибо, зайка моя. И соль обязательно ложим тоже. По сути, это все, что надо для дрожжевого теста. Я ставлю обычно так тесто. Некоторые говорят, почему вы не добавляете растительное масло? Я добавляю в конце уже растительное масло. Ну, почему-то я всегда на видео это не показывала. Ну, добавляю, но не во все рецепты. Я добавляю растительное масло, дорогие друзья. Так, сейчас растворим сахар и все растворим. Будем добавлять муку. Да, будем стряпать пиццу. Свет. Вот. Мариночка, иди играй, пожалуйста. Хорошо, сейчас буду просеивать муку. Света с Ваней ходит, потому что Ваня капризничает, ничего не дает делать. Сегодня у меня будут пиццу делать сами дети. Мы когда-то уже делали. Дети любят пиццу делать сами себе. Каждый свою пиццу, начинку. Поэтому будут они у меня все делать сами. Ладно. Сейчас поставлю тесто и вернусь к вам.
Мы уже поставили тесто, и я сейчас режу уже помидорки. Это соленые огурцы, и сейчас уже трусы их. Потом еще буду резать колбасу, и все вроде. Так, получается вот так вот. Мелко очень. Сейчас все сделаю и вам потом покажу. Я уже все сделала. Сейчас будем резать колбасу. У нас она вот такая вот. Папа может. Вот. Ее вчера папа купил. Сейчас будем ее резать. Дорогие друзья, у меня так чёлка, да, встала. Ну ладно, не суть дела. У нас пришел штатив для мобильного телефона. Я заказала на Озон, потому что на Алиэкспресс мне все не отправляли. И я отменила там заказ, мне вернули деньги, я заказала на Озон. С Озона вот уже быстро пришло, в течение что-то 5 дней, наверное, шло оно у меня с Озона. А на Алиэкспресс я 2 недели ждала, пока мне доставку подтвердят. Но они все никак. Видать, из-за этого коронавируса. Ой, ребят, не верю я в этот весь коронавирус. Это лишь бы людей напугать. Поэтому и обманывать. Я открываю посылку, просто я тут... Тут помимо мобильного держателя будет еще штатив маленький, потому что у меня маленькие все сломали, дети, штативы. Ну, а сейчас посмотрим, что и как вообще. Так, штатив. Вот такой вот маленький. И два мобильных держателя. Ура, ура. Сейчас распечатаю. Остальное тут бумага. И пустая коробка. Как вы поняли, для такой маленькой посылки столько всего. Ну ладно. Так, вот такие вот два, ребята, держателя мобильных. Если надо, проходите на Озон. Ссылочку там будет. Мобители, в принципе, мобильные, нормальные. Вроде все целое. Так что теперь сможем снимать удобно, дорогие друзья. Так, а я больше хочу вот этот распечатать. Так, бумажку к печке. Вот такого держателя у меня еще не было. Для... И он что-то там недорогой был. Но вот в целом вот такой вот он. Он, видите, он как бы на шарнирах, да? Вот такой вот, ребят, держатель. Он без подставки идет, поэтому я 2 подставки заказала для разных штативов. Поэтому вот так вот. Тут можно прикручивать вот такой вот фотоаппарат, в принципе. Такой вот небольшой, будет удобно. Раз вот так взял, идешь, снимаешь что-то, да? Будет удобно. Тут вот это вот снимается, кстати, штучка, если на фотоаппарату, да, прикрутить или к чему-то. Можно хоть как, видите, загибать. Мне вот это вот понравилось, видите, даже как.
Вообще классно. На шарнирах. Я думала, почему-то он больше будет по объему. Но в целом вот такие вот у меня заказ. Ладно, а мы так ждем, когда у нас тесто поднимется. Да? Света все со своим экспериментом. Видео будет отдельно, так что ждите. Дорогие друзья, телефон сейчас у меня стоит на маленьком штативе, а я приделала к большому штативу держатель. И смотрите, как он, видите, вот для мобильного телефона. Но также можно сюда и камеры прикручивать, и все что угодно. Класс! Так что скоро будем видео снимать. А сейчас пойдем Светин эксперимент скоро снимать. Пришлось мне поменять чехол, снять вот этот вот мой любимый чехол. И одеть другой, потому что на штатив иначе не поставить. Но я потом вам покажу, какой у меня чехол на мобильном. Смотрите, начес сделала. Знаете, как раньше вот челку начесывали и вот так вот ставили. Как вы думаете? Ладно, идем Свету проверять.